вами все в порядке? Простите, можно, пожалуйста, я смотрю? Да что смотреть? Укол мне сделают лучше. Господи, я боюсь. Это, если это не ампутировать, ты и до вечера не доживешь. Ничего не сделал? У него из инструментов, кроме тазика ржавого, не нашлось ничего, к сожалению. Очень смешно. Да ладно, не переживай. Так оно это и должно быть. Только так должно быть. Я ведь тоже с Богом говорю. С Богом. Здорово. Вставай, если не хочешь еще себе чего-нибудь отморозить. Больше. Сомневаюсь. А Бог тут при чем? Ну, давай объясню. Вот с той ночи все, каждое событие, все как по писаному. Я ведь, наверное, единственный, кто из того поезда ушел. Каждый, блядь, шаг по плану, по божественному замыслу, понимаешь? Взять меня в заложники, божественный план? Да я понимаю, что ты думаешь. Но вспомни, в Евангелии отдал отец все деньги блудному сыну. Нелюбимому тому, который хороший, а бандиту тому, который убивал и воровал, но вернулся. Главное, что вернулся, понимаешь? Знаешь, он мне как карты тогда все разложил. Кто? Бог, кто? Я лежал, убирать собирался. А мне сестра, вот как ты, воды принесла. В кружке вот в этой. Я пью тихонечко. Вдруг вижу по воде. Рябь идет. И как будто шепот. Я допил и... Ты в чашке Бога услышишь? В чашке, да. Да не в том суть. Я тебе покажу, когда едем. Смотри, водонапорная башня. Значит, за мельницей станция. Зачем станция? Нормально едем. У нас топливо на пару верст. Я тебя без пары не утяну. Может, лучше в объезд? Монахиня, офицер, кому какое дело? Телеграфные столбы, видишь? Хотя провода оборваны. И дорога. По ней давно никто не ездил. Блять, кто так знает? Как специально проезд перекрыли. Тормоз проржавел. Надо найти, чем гайку сорвать.
сарай. Может, там что-то есть. Чё там? Нашла ключ! Давай сюда. Собака, ты чего? Ненавижу. Давай быстрее. Тихо, тихо, дружок. Мы тебя не обидим. С ума сошла, бежим. Знаешь, если бы я хотел, я бы тебя голыми руками бы уебашил. Рукой, то есть. Зачем? В смысле, револьвер нахуя надо было выбрасывать, а? Не помешал бы сейчас. Ну, не в том смысле, я бы бабу никогда. Сука. Мне вот что скажи. Ну, если ты такой богоизбранный, почему тебя Бог сразу, окончательно не излечил? Хороший вопрос. Сейчас. Вот ответ. На. На, на. Тот самый кудец. Тот самый, давай. Я ничего не понимаю. То есть у Бога силы хватило только, чтобы гниение приостановить. А для полного исцеления ему какой-то инструмент понадобился? Дело не в инструменте, а в том, что нельзя человека спасти помимо его воли. И в руке дело, короче, понимаешь? А в пути, на которое нам было указано. А идти по нему или нет, только наше с тобой решение.
хочу. А бесноватых куцу возят? Всех возят. А я что, бесноват, по-твоему? Да нет. Ладно, давай выбираться отсюда. Подсади-ка меня. Я тебя? Да. Ты меня. А то потом не вытащишь. Давай. Эй! Эй, Илья, ты живой? Илья! Конечно же, все это не было совпадением. Теперь и Индика это понимала. Она, разумеется, слышала про Кудец и его чудеса. Но именно сейчас, в Спасове, а Илья... Каждый ли день встречаешь каторжников, разговаривающих с Богом? А еще он немножко понравился Индике. Кто этот? Так или иначе, не было совершенно никаких сомнений в том, что теперь ее путь лежал в Спасов, а не в Даниловскую обитель. Письмо. Я не могу нарушить послушание. И вдруг там что-то очень важное. Вскрой, посмотри. Читать чужое письмо больше грех, чем не доставить. Больше? Во сколько раз? Что? В два раза. Я не знаю. Интересно. То есть не доставить два письма – это как прочитать одно. А скажем, украсть. Деньги. Рубль стянуть. Хуже. Хуже? Во сколько раз? Бред. Так нельзя сравнивать. Почему нельзя? Батюшка за разные согрешения разную эпидемию назначает. И ты вот тоже однозначно знаешь, что хуже, что лучше, стало быть, есть мера. Положим, украсть в 10 раз хуже, чем письмо. А, скажем, человека убить, в 1000 писем оценим. И почтальон, потерявший мешок с письмами, выходит у нас убийца. Хотя за оптут скидка какая-нибудь полагается. Скажем, насильник. Насильник ведь лучше, чем убийца. Ты не греха боишься, ты самого письма боишься. Да, пожалуй, не стоит тебе его открывать. Не надо. А эти возразить-то нечем. Матушка тебя как облупленная. И ведь все, как написала, вышло. Выперли. Это ж надо. Где ж такое видно? И сначала тебя из дома выперли, потом... И тебя посадят, то рано или... Где собака? Хороший вопрос. Не слышно вроде. Слушай, ладно. Я тебе помогу добраться до Спасова. Удивительным образом Индике передалась уверенность в том, что Кудец обязательно решит все ее проблемы, что очень скоро голос в ее голове замолчит, и она вернется в монастырь человеком, заслуживающим, если не всеобщей любви, то хотя бы прощения.
Ей казалось, что все последние годы ее мучительной жизни вели ее именно к этому моменту. Я поняла, что это за место. Это Денисовка, завод красок. Марфа рассказывала, иконописица наша. В этом амбаре, например, желтую краску делают. А где все? Авария! Взрыв! В один день, говорят, всех эвакуировали. Американцы, наверное. Скорее всего. Или англичане. А дальше? Лестница! Как раз за мельницей должна быть станция! Со мной не сработает! Не та эта! Весовка! Не уцеплет! Погоди, сейчас что-нибудь придумаем! Сломано! Через мельницу придется идти! Красиво как! У нас на зоне художник был. Он на стене говном родственников своих рисовал. Как живые! Как? Ну какой-то он такой! Дочь не успел дорисовать. Одним глазом так и осталось. Порезали его. Господи, из-за запаха дурного? Да не, он на стене, снаружи. Минус 30 на термометре. Оно запахнуть не очень успевает. Порезали, потому что, ну, не по понятиям оно. И куда дальше? Лифт! Вот и привод! Смотри, какая красота! Планетарная передача! Блокируя одно из колес, можно менять направление движения вала. Объезд. Ты в цирке был? Был, был. Oh, my God.
Мы ее убили. Она заслужила. Плохая собака. Грешна. Не бывает грешных собак. Грешны бывают только люди. Только человека бес искушает, а собака... Люди ушли, перестали ее кормить. Для нее это вопрос выживания. Интересно. А в чем разница между человеком и собакой? Все то, в чем ты винишь беса, с собакой случается ничуть не реже, чем с человеком. Она злится, когда у нее отбирают еду, готова разорвать того, кто посягнул на ее собственность. Собака унывает, когда любимого человека нет рядом, завидует, вожделеет, даже до мужеложества доходит. Помнишь, как Жоржик... Это другое. Им все это нужно, чтобы выжить и завоевать наиболее перспективную пару, завести потомство. А человеку? Для собаки у тебя находится простое объяснение. Что же у человека никогда не обходится без участия божественных или бесовских сил?